Все идет по плану. Речь о реализации национальных проектов республики. Как исполняются задачи, обозначенные в майском указе президента, сегодня обсуждали на заседании Совета по стратегическому развитию. Давайте проведем заседание Совета. Довольно большое количество вопросов. Это необходимо для того, чтобы сверить планы и расставить приоритеты. За полгода в рамках национальных проектов правительством республики была проделана большая работа. Ключевая региональная программа развития малого и среднего бизнеса на селе. В январе-июле 2019 года количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, составили 138 человек. При выполнении плана пока идет на 14%. Прошу поддержать. То есть угроз невыполнения нет? Нет, мы перевыполнили уже. За 3 года ко всем социальным объектам региона подведут высокоскоростной интернет. Вырастет и доля тех, кто получает госуслуги удаленно в электронной форме. Это задачи национальной программы «Цифровая экономика». В ее рамках готовят и квалифицированных специалистов. Провести повышение квалификации и переподготовку для цифровой экономики тоже. Они рассчитаны в полном объеме и, в принципе, будут охватывать все целевые группы до конца как раз за 3 года. В рамках национального проекта в республике должно поэтапно вырасти и количество приверженцев здорового образа жизни. В планах строительства новых спортивных объектов в следующем году в Чебоксарах будет открыт региональный центр по хоккею. По итогам 2018 года обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 78,3%. Готовиться к следующему году необходимо уже сегодня. Для реализации проектов, запланированных на 2020, должны быть разработаны правовые документы и проведены конкурсные процедуры. Декабрь – самый крайний срок. Желательно уже сегодня объявляться, потому что в законе уже 2019 года все садики 2020 года. Председатель кабинета министров Иван Моторин отметил, что одна из приоритетных программ для муниципалитетов – оздоровление Волги. Проектам необходимо пройти конкурсный отбор. Есть у вас проект очистных сооружений, еще какие-то вещи. Все это может принимать участие в конкурсе. А сегодня не видно активности. Вот, по крайней мере, сейчас вот опять запрос пришел для того, чтобы мы сформировали заявку на участие в конкурсе. А фактически у нас нет проектов с вами. Нет актуальных экспертиз. То есть вот, за исключением, наверное, города Чебоксара более-менее там у них. До конца этого года на то, чтобы реализовать национальные проекты в консолидированном бюджете, предусмотрели свыше 10 миллиардов. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.